И снова здравствуйте, всем привет. Так давно я не делал женских персонажей. Ну вот такая китаянка получилась. Ну вроде бы симпатичная. Вот так. Поподелал я тут именно шмоток, джинсы поподелал. И хотел бы я в этом ролике именно потестить вот кисточку The Model, The Remesher. Так, она находится вот здесь в списке, здесь есть топология, кисточка, и вот здесь вот она. Давайте посмотрим, как она работает. Так, вот на примере вот этой головы. Так, Shift Z, подключил я сюда текстурку, вот чтобы видеть, как тут идут полигоны. Ну и погнали. Так, кисточку поменьше, наверное. И вот здесь, значит, мы сделаем какую штуку. Так, давайте начнем сначала с арта, наверное. Так. Вот так мы это все дело полукругом отводим. Так, оп, есть такое дело. Потом проводим полосу, наверное, вот отсюда, от середины по губам. И уводим ее на челюсть туда вот кверху, к уху. Ну, где-то так пусть будет. Ну, это просто проба, эксперимент. Я сильно не хочу тут сейчас делать эту, как, точность, потому что это время должно потратиться. Хочу посмотреть, как она работает. Так, значит, что еще? Так, вот отсюда мы теперь отводим вот сюда по скуле. Где-то так, да? Shift Z. Ну да. И теперь проводим полосу вот так вот ровно и уводим ее на глаз вот сюда. Делаю мышом, поэтому вот будет, наверное, кривовато. Есть, состыковалось. Так, следующая идет, отбивает вот этот нос. Есть. Следующая уходит вот сюда по носу. Есть. Так, что еще? Ну, давайте побольше здесь еще нарисуем. Значит, идет центральная вот эта полоса. Как бы ее отбить? Получится так. Опа. Раздвоилась. Не есть гуд. Так, а если так ее? Так, и здесь уводим ее где-то, наверное, ну, вот так приблизительно. Оп. Соединили. Ну тут, не знаю, можно ее будет двигать, а ну-ка. Нет, двигать нельзя, так что если косяк, то уже, как говорится, гамми помер. Надо было тут побольше брать. Так, ну ладно. Теперь что еще? Ну давайте вот тут теперь проведем. Так, 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 так. Вот так как-то чуть-чуть тут полигоны кривовато пошли. Ну, не суть вопроса. Так, здесь теперь отбиваем тоже вот таким вот образом. Ну, я от балды, конечно, делаю. Нужно смотреть, конечно, вот на этот реф. Вот тут как маска, потом над ртом. Так, тут еще что можно попробовать. Ну давайте попробуем вот так вот ухо отбить и провести по нижней челюсти вот так. Так, соединилось. Есть, хорошо. Так, теперь
Вот отсюда берем и ведем ее вот сюда к уху. Отбилась часть. Теперь нужно попробовать сделать ухо. Так, а как же я тут цеплять? Так, если от нижней челюсти, есть. Вот это, конечно, неправильно. Большая часть вот это остается. Нужно все сначала кругами, наверное, поотбивать. Вот здесь вот так вот сделаем. Так, это есть такое дело. И теперь надо по уху, внутри уха вот здесь вот отбить часть. Так, и теперь хорошо бы, конечно, здесь по кромке прям провести, но мышкой вообще как-то не суть вопроса. Так, и вот здесь вот заканчиваем. Ну, как-то так она. Ну, здесь вот полигоны, вот они. На каком моменте? А вот на ухе как раз это все дело и произошло. Ну ладно. Забыли. Посмотрим, что дальше будет. Теперь отбиваем, значит, вот эту часть. Здесь по шее, по ухам. Отбиваем полосу здесь. Отбиваем полосу вот так вот. Угу. Следом давайте покажем, что хорошо бы, чтобы вот тут еще прошла, значит, вот такая штука. Оп. Ctrl-Z. Не туда повел. Ну, давайте вот от этой штуки. И вот так потихоньку. Где-то вот сюда. Так, теперь вот от этой штуки. Вот сюда. Ну и разобьем голову где-то вот таким вот образом. Угу. Так, следом показываем, что на шее надо вот здесь вот, пускай будет, значит, ровно круглая. Ну и здесь вот эта мышца пусть идет прям по шее, как положено, да? Вот сюда. Так, это Ctrl-Z. Так, надо ее поймать. Вот таким вот образом. А здесь шею отбиваем полукругом. В смысле кругом. Не полу, а вот именно кругом. И здесь ее доводим, соединяем. Так, что еще можно показать? В принципе, good. Так, здесь еще тоже покажем, что вот сюда должна зайти. Это пусть идет в эту сторону. Так, нет. Это что-то криво я тут. Тут все криво, конечно. Но первый раз делаю. Смотрим, как будет обстоять дело.
Так. Так, и нос. Вот нос нужно тоже не забыть. Так, может кисточку поменьше делать. Так, нос обводим. Так, Ctrl Z не так. Нос вот так вот аккуратненько под углом. Так, теперь отбиваем нос. Отбиваем его вот так. А ну-ка, если попробовать губу обвести. Так. Вот складка уже получилась. Это не весь хорошо. Значит, вести будем сверху вот так вот. Это вот так. Во. Так, нижнюю часть тоже, наверное, определить. Как-то так-то. Так. Ctrl-Z. Здесь уже, наверное, она нарисует сама. Угу. Ну, хорошо бы, конечно, если можно было их стирать, поправлять как-то. А ну-ка, если колесико двигаете, не-а. И правая кнопка мыши не делает. Через Ctrl. А-а. Ctrl-Z. Это уже маска рисует. Так, вот эту курву по любасу как-то можно именно двигать или нет? Не, а, только рисовать. Но это не есть гуд. Ну а так-то лучше срисовать, чем полигоны вот эти все вырисовывать. Ну так, вот что-то такое нарисовалось. Давайте теперь все это дело проверим, как будет сетка обстоять. Заходим в геометрию, находим теперь ZRMS, ставим сетку поменьше. Мне вот именно нужно посмотреть, сможет ли она на низких полигонах сделать сетку, ну, более-менее правильно, да, вот чтобы с круговыми там вот этими частями все было. Тогда можно здесь потихоньку сидеть, набивать руку и уже можно как ретопить именно вот таким способом, а что, почему бы нет. Делаем ZRMS. Вот 1644 тысячи полигонов. Ну что, неплохо. Смотрим, как тут сетка. Ну вот единственное, что вот здесь неправильно я, видать, повел. Надо как-то отбивать. Так, по губам. Губы вроде бы вот отбились. Так, а если Ctrl-Z это нажимаю, то видите, эта штука остается. Давайте поставим побольше полигонаж и посмотрим другую сетку. Ну вот. Вот эта штука вот именно посередине. Это из-за того, что так было нарисовано. Так, что у нас по скулам? Ну, скулы, в принципе, нормально. Вот здесь я когда проводил, даже ухо и то, видите, кругами. Все правильно. Вот за ухом тоже нормальненько так, не идеально. Ну, первый раз все-таки я эту кисточку взял, хотя она тут уже давно была. А вот здесь я где не дорисовал, вот видите, плечи я не дорисовал,
И здесь вот уже вот такая болтология пошла. Так что нужно обрисовывать и пальцы, и всю эту штукенцию. Так, как она выглядит? Сделаем Ctrl-D. Так, а ну-ка. А, это вот тут. Что, тут нельзя? А, во, можно. Убрали сабдивайды. Так, это Ctrl-Z. На 14 тысячах полигонов. О, прикольно все выглядит. Не то, что это 14 тысяч полигонов. Если из RMS сделать, то бывает даже на 14 тысячах все в хлам превращается. Ну, вот такая штука. Буду пользоваться, значит, все нормально. Так, понижаем. Надо просто теперь наловчиться правильно это все дело рисовать. И будет вот праздник. Так, что у нас там сзади? Вот, полосы вроде правильно тут нарисовались. Ухо округлое. Так, что у нас тут над глазами? Я вот хочу поверить. Вот чуть-чуть она тут постаралась выровнять бровь, видать. Здесь вот надо более-менее правильно вот это вот, более округло рисовать. Так, здесь стыковка над ртом. Надо было проводить еще вот так вот по гребню. Здесь от носа прям вот так вот отбивать до низа. Ну, в принципе, что? Ну, неплохо. Так, вот такой получился, значит, персонаж. Давайте попробуем сделать Projectile ему. Так, геометрии. И делаем Projectile. Да. Бац, детали наложились. Так, где какой косяк, это значит можно выгладить. Кое-где подправиться. И смотрим на первом сабдивайде. Офигенно выглядит. 3500, ну, 3571 полигон. Шикарный вид. Вот так вот. Все, всем пока, до свидания. Вот такой результат, вот такая кисточка. Прям хорошо работает.